Ну что же, возвращаемся. Это последняя игра сегодняшнего дня между командами Anexis и командой SNT. Так, вот давайте теперь заглянем, что тут у нас происходит. Тут у нас тоже зарубка и счета. SNT, вот пока мы комментировали матчи эскавейтов и смотрели их, SNT обыграли команду Брови, разгромили просто их в щи, убрали их со счетом 16-3. И вот теперь такая у нас ситуация. SNT и Anexis имеют в своем запасе по 3 очка, но Anexis на одну игру меньше. Но последняя игра у команды Anexis с командой Израиль. То есть Anexis обязательно надо выигрывать, чтобы обеспечить себе уже заранее выход из этой группы. Ну и в последний матч разыграть просто первое-второе место. Ну а вот для SNT шанс один — обыгрывать команду Anexis, ну и потом считать раунды. Но по раундам пока, вот я же говорю, они обыграли команду Брови со счетом 16-3. И это вот дает им какую-то надежду на выход с этой группы. Ну если, конечно, они сумеют обыграть Anexis вот на карте The Tuscan. Так, смотрим мы на пинги. Пинги, в принципе, равные. Ну как, конечно, у Anexis они чуть-чуть получше. Ну, и у SNT они не так высоки. Есть у игроков там 26-25, есть 30. Но Anexis 15-30. Ну, в принципе, играбельно все. Я думаю, у нас не будет смены сервера после первой половины нашего матча. Наконец-то заходит пятый игрок команды СНТ. Вот не знаю, вот с дисциплиной у команды из СНГ, конечно, не все в порядке. Позволяют себе ребята вот придумывать какие-то заоблачные ники с матерными словами, ну, которые вот просто в эфире не произносить нельзя. Ну и называй их как хочешь. Вот и просто вот ни одного матча с участием команд из Европы, например, то есть то ли это датчане, то ли это немцы, то ли там, ну, пофиг, кто эскавейты или еще кто-то. Просто вот, ну, люди пишут нормальные ники, свои адекватные. Нет, блин, вот белорусы почему-то пишут вот такой бред, как вот пишет парень, вот, который находится сейчас на последнем месте. Но он просто лучший. Thank you.
пока белорусы режутся поудачнее. Ну вот снайпер разбирается с двумя игроками и сравнивает немного ситуацию. Но теперь вот проблемки у Заножа. Остался он один против двоих. Ну и у двоих по два удара надо было нанести. Ну и берут кнайф раунд игроки команды СНТ. Ну и тем самым будут выбирать они сторону. Походу остаются они за атаку. Удобнее им атаковать. Или просто они хотят, наверное, набрать какое-то количество раундов, после чего уверенно добить все за дефенс. Ну что же, боевой рестарт. Нет, вот он, боевой рестарт. И давайте смотреть, что будут делать команды. Видимо, поджимают втроем зигзаг игроки команды Anexus. Просто задавили полностью весь проход. Ну и понимают, что теперь надо бежать в сторону базы А и вот как-то пытаться сдержать ее. Ну а вот игроки команды СНТ никуда не спешат. Дэш получил уже кучу дэмэджа. Ну и смотрите, Anexus тоже получили такой командный дэмэдж. Снайпер вообще красный. Остальные получили от 50, точнее от 30 до 50 дэмэджа. Но тоже неплохо. Кипер убивает Заножа. Ну и вот кипер создает теперь проблемы для команды Anexus. Убивает еще и Ломи. All Sky забирает Снэппи. Кригер добивает кипера. Наги добивает Дэша. Ставится бомба на пленте. Нуги остается один против двоих. Ну и вот Роман вот таким вот хедшотом заканчивает раунд для своей команды. Anexus берут пистолетку. И это первый шаг к победе. Видимо, с вами закупились диглами игроки команды Anexus. Ну, по крайней мере, у Заножа он точно есть. А, нет, у всех есть. Так, Занож забирает Романа. Дэш забирает двоих. Тут вообще поджим. Ломи убивает двоих. Забирает кипера и Олская хедшотом. Дэш красный, Раптор. Раптор сотый. Ну, вот Дэш ставит бомбу на открытый. Ну, и теперь у Ломи есть 4 хп. Снапи чуть-чуть поживее. Но есть такая еще проблемка. У Раптора нет девайса. Ну, просто решают засейвить девайсы. В принципе, неплохое решение для команды Anexus. Убили они троих. Если удастся засейвить 2 КМа, то за этот раунд можно ставить им галочку, что все получилось. Только раунд не взяли. Да, не пошли искать оставшиеся игроки СНТ эти 2 КМ, но не знали они, что там один красный, второй непонятно сколько хп, ну, неважно. Удалось засейвить 2 КМ, и вот что же теперь? Покупают опять 2 дигла, и, наверное, третий там еще что-то есть. Так. Снэппи замечает двоих в медле, дает инфу. Есть первый минус. Ломи убивает Раптора. Снапи забирает кипера. Снапи убивает Дэша еще в спину. Отлично. Пока все складывается для команды Anexus. Раптор забивает Нуги. Так, вот теперь вот небольшие проблемки. Хотя, вот смотрите, сейчас будут одновременно выходить игроки команды Anexus. Нет, просто не выходят, а просто контролят. По идее, где-то упала бомба. Давайте глянем, где она лежит вообще. На карте я почему-то не вижу. А вот Олскай забирает плант. Замечает Раптор Заножа, убивает его. Ну и вот тут Снапи просто не убил Раптора в бок. И вот все очень неплохо сложилось для СНТ. Могли они отдать эту закупку.
Хотя там была такая наполовину закупка, были диглы без арморов и 2 КМа. Но почти взяли раунд. Так, вот теперь будет у нас полноценная оружейная закупка. И давайте смотреть, что тут придумывает команды. Накир... Так, как, где же ты, где? Кригер FF. Вот такой вот ник появляется у нас. Соускай убивает Воми. По идее, это было в туннеле, да. Вот с Раптором задавили они его. Занош убивает Кипера. Где же это произошло? Кригер вырывается под флешку на кота. Ну, очень неудачно. Далеко оттянулись игроки команды СНТ. Ну и Нуги убивают уже двоих. Ну и ситуация 3 в 2. Попытаются сейчас зайти белорусы. Ну вот Нуги делает 4 минуса в этом раунде. Убивает он всех в тушку. Топил как мог. Но тем самым взял первый раунд для своей команды. Так, что же, у белорусов денег нет. Вот потеряли 3 девайса на эко-раунде. Потеряли еще до этого много девайсов. И в итоге сливают. Занож убивает двоих в зигзаге. Блин, вот... Не угадал я с выбором игрока. Думал, что вот снайпи будет раздавать. Но вот Занож сделал тем временем эйс. Так, давайте смотреть на дефолтные раунды от команды СНТ. Вот видим с вами, играют они 3-2. Ну, вот... Опять-таки же скажу, это дефолт. На Кипер с бомбой и с Раптором находится в большом доме. Дэш занимает быстро банан. Вот это продавил. Какой провал. Раптор был убит через текстуру, по идее, кем-то из игроков команды Анексис. Ну и после чего выпала у него граната и взорвал он еще и своего тиммейта. Остается один Дэш, который сделал первый минус в этом раунде, который продавил банан. Против четверых игроков команды Anexis. Вот так вот. Я думал, это такое успешное, удачное начало этого раунда. Но и в итоге вот так вот облажались игроки команды СНТ. 3-3. Счет у нас становится равным в этом матче. Вот что-то интересное придумали Anexis. Отдают они базу А. Коты смотрят сдалека. Ну, наверное, он рассчитывает на то, что это будет эко-раунд. Воми там пытался настреливать. Ну и вот так вот тимплейно убивают эту сливную аркаду через мидл. И впервые выходят вперед в этом поединке. Опять-таки же, все дефолтно. Сразу тут вот Дэш проявляет гиперагрессию. Пытается он быстро занимать какие-то позиции. Вот Нуги этого не ожидал, за что был сразу же наказан. Ну и теперь главное, чтобы не произошло, как в предыдущем раунде, когда Дэш убил первого, после чего вся команда СНТ просто провалилась. Так, давайте смотреть на карту, что тут происходит. Кипер напрягает коты. Раптор чекает мидл. Снапи вот как раз должен был его заметить. Снапи идет поджимать, и вот сейчас тут будут проблемы у Снапи. Вот Раптор забирает его и продолжают заходить на базу А игроки команды СНТ. А нет, вот так вот. Двойной развод. Вынудили Заножа оттянуться, а сами уже зашли на план Б. Ну и теперь давайте смотреть за Заножем, что он будет делать. Ну вот не успел я переключиться, а Олскай забирает Заножа. Ну, очень уверенно отыграли этот раунд игроки команды СНТ. Олскай забирает Воми. Остается один Кригер FF против всей команды СНТ. И вот тут уже знают, где он находится. Он зажат. Еще и не было армора. Получает он грену под ноги и взрывается. 4-4. Равный счет. В принципе, пока равная игра. То есть я не скажу, что Anexis выглядит там на голову сильнее, чем команда СНТ. Пока все
Пока все равно и есть все шансы на выход из этой группы. Так, тут будет у нас атака на кота. Вот давай смотреть за Воми. Получает он сразу же хедшот от Овская. И вот продолжает выходить. Кипер забирает Кригера. Ноги убивает Овская. Ну и теперь смотрим, что будет дальше. Так, вот смотрите. Снапи убивает Романа. Ноги забирает Кипера. Ну вот провальчик очередной от команды СНТ. Ноги убивает Дыша. И Занаш убивает Раптора. Ну вот. Продолжили, наверное. Вот надо было им после этих двух минусов попытаться оттянуться и как-то вот растянуть команду Анексис. А так они просто прибежали все в одну точку, куда и заходили СНТшники. Ну и все у них получилось. Приняли они этот заход. Занаш убивает Раптора с АВП. Вот тут со всех сторон зажимают команду СНТ. Остается один Олскай против, уже против двоих, был против троих. Убил он в прыжке хедшотом Нуги. Ну и Снэппи выбегает на него и забирает его. 6-4 в пользу команды Анексис. И вот теперь должны сливать белорусы. Куда там будет направляться наша эко-атака. Так, надо, наверное, смотреть за. Кто же смотрит у нас мидл? Вот за Воми будем смотреть. Да, вот замечает он первого игрока. Тут настрелял двоих, надемажил третьего. Сразу же третий получил под ноги Грену. Грена была от Кригера. Ну и теперь остался Роман и Олскай против и команды Анексис. Потеряли только Воми, правда. Так, вот тут, походу, что-то похожее на занимание зигзага сейчас будет. Снапи убивают Раптора. Снапе там просто раздал и своему, и чужому. Остается один Олскай. Но вот пока вот не могут сдержать аркаду в исполнении команды Анексис, ну не получается у белорусов пока ничего вот придумать на этот счет. Я бы поконтролил чуть-чуть. Но вот ребята пока до этого не додумались и отдают раунд за раундом. Пропрыгивает у нас ХЛТВ. Ну и вот успеваем мы с вами попасть на этот момент, когда Нуги забирает Раптора в спину и Занаш забирает Олская с дигла. 9-4, вот так вот растаяла наша борьба. Вроде бы было все равно, 4-4, но вот 5 раундов к ряду отдают игроки команды СНТ и пока никаких намеков на борьбу. Так, там Олскай опять будет выходить на кого-то. Или это он в трубе идет? Да, походу в трубе. Да, есть вот у нас в трубе. Ломи поджимает там Раптор, по идее. Кипер законтролил где-то Занажа. Вот, пропустил я этот момент. Но вот сейчас вот, да, Ломи законтролил Раптора. И вот остается Олскай в трубе, по идее, знают. Хотя не факт, что знают, что он там. Трубу можно развивать. И так, поджимает Снапи, убивает Романа. Убивает спину Дыша. И остается Олскай с Кипером. Кипер в районе респауна. Ну вот, видим, что вот начали просто навязывать свою игру, а именно аркадную игру игроки команды Анексис. И вот пока ничего не могут поделать с этим стилем игры игроки команды СНТ. Ну, может быть, дефенс у них получше. И будут они точно так же тащить и бегать в аркады. Так, Дэш тут быстро занимает зигзаг, вот он продолжает давить, смотрите, просто вот на морозе бежал Дэш, никого не убил, к сожалению, но вот потеряли уже где-то двоих игроков команда Анексис, ну и давайте смотреть, что тут происходит. Снапи убивает Дэша, Роман забирает Снапи, Кипер убивает Нуги, остается один
за нож против троих. Ну и понимают, что он находится в районе Б-планта. Ну и вот таким вот хедшотом Романович забирает его. 10-5, счет первой половины. СНТ, напомню, атаковали. И теперь будут защищаться. Ну вот, давайте посмотрим. Недаром ли они выбирали первую сторону атаку. Потому что, может, все так, как я и говорил, что возьмут все, что смогут за атаку, ну и потом доберут все, что надо за дефенс. Так, видим, тут поджим от команды СНТ. Вот, ну, что-то вот они провтыкали, а Nexus быстро в пятером забежали уже на Б-базу. Тут вообще никого нету. Ну, сейчас будет остановлена бомба. Воми, Воми, где ты, где ты? Вот Воми тут зажимают, Роман убивает еще где-то нуги. Ну и вот теперь надо что-то придумывать. Дэш забирает Кригера. Ну и вообще, вообще просто без шансов разобрали белорусы команду Anexis. Ну, отличное выбивание в их исполнении. Да, вот. Это вот говорит о том, что все-таки будут бороться до конца белорусы. Главное сейчас эко не отдать. Так, что же предпринимают Anexis? Будут сливать бомбу. Они вроде бы поставили. Но будут сливать и скупаться в третьем раунде. А сейчас попробуют сыграть с гваками. Ну, вот Роман вот так вот Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо, что Роман не начал стрелять в первого. Просто дождал, прицелился. Так, чтобы в линию было сразу несколько игроков. Просто зажал кнопку, ну и разобрал почти всю команду Anexis. Так, вот теперь оружейный бай у нас. И мы видим, игроки команды Anexis вчетвером направляются в большой дом. И будут выходить. Вот вообще не ожидали этого белорусы. И вот Раптор убивает троих на кота. Кипер забирает нуги. Остается один Кригер против двоих. Но как уверенно он убивает Раптора. Раптор до этого так просто разобрался почти со всей командой Anexis. Ну и вот теперь капитан команды Кипер против Кригера. Не знаю, капитан ли он своей команды. Наверное, вряд ли. Ну и вот тут вот у кого больше скилла, тот и победит. Ну или какой-то тайминг сыграет. Ну, видим, с вами Кригер не будет выходить. Кипер рассчитывал именно на это. Так, вот интересно. Давайте смотреть за белорусом. Он нам поближе, как-никак. Может, он раздаст. Ну, это провал. Просто стоять под и смотреть вниз и дефузить бомбу. Но такого я еще не видел. 2-1. По-прежнему в пользу команды СНТ. Но общий счет у нас уже 11-7. Отдают третий раунд игроки из Беларуси. Но вот, видим, у них есть деньги. И будут они пытаться переломить, опять-таки же, ход этого поединка в свою пользу. Так, киперу пока никто не пойдет. Видимо, по туннелю продвигаются игроки команды Anexis. Это Снапи и Занаш. Ну и вот будут их выпускать через кота. Ну и давайте смотреть, как принимаются двери. И что вообще будет. Принимаются ли они вообще. Олскай делает первый минус, убивает Кригера. Открывается у нас дверь, начинается выход. Как не повезло, дал же с первого патрона в голову Занажу, но Занаж после этого еще успевает убить Раптора. Ну вот вообще полный провал. Вот это уровень. Занаж просто зажимает через ящик, убивает Романа. Ну и вот как так, да, получилось. Сделали первый минус и опять-таки же просто умерли от четверых вообще без размена. 12-7. Все плачевнее и плачевнее ситуация для белорусов. И надо собираться, надо бороться до конца. Пытались
поджать игроки команды СНТ. Ну вот законтролили все эти поджимы. Снэппи забрал двоих. Вот Снэппи делает еще один минус, тем самым спасая своего тиммейта. И Кригер добивает последнего Лоуская. Ну, 13-7. Анексис как-никак близко. Близки к победе в этом матче. Так, что же будут делать сейчас? Будут фастовать или будут просто... Да, походу фастуют игроки команды. Вот просто очень агрессивно занимают коты. Ну и не успевают убить слепого Снэппи. Пропрыгивает у нас ХВТВ. Есть пока рав... Ага, да, хотел сказать равный размен. А тут размен был 2 в 4. Ну и вот Занаш забирает кипера. Ну вот вообще полный провал для команды СНТ. 14-7, денег у команды СНТ нет. Ну, если есть там копейки, вот, видимо, есть ФАМАС, есть Дигл. Ну да, им нельзя отдавать ничью, потому что ничья им никак вообще не поможет. Есть 4 ФАМАСа, Воми убивает дыша на кота. Роман забирает Воми. Так, давайте смотреть, тут просто все настолько быстро происходит. Нуги убивает поджимавшего кипера, ну и... Видимо, с вами расположение игроков команды СНТ. Роман стреляется. Нет, уже не стреляется. Просто Анексис четенько смещается в сторону базы Б. Роман убивает в медле Занажа. А вот тут, кстати, поджал-то у нас Раптор. И знает, что все на Б. И вот Олскай убивает Кригера. Ноги убивает Олская. Ну и ситуация 2 в 2. По Хелсбару видим, что... В более выгодном положении находятся игроки команды СНТ. Ну и вот так оно и случилось. Роман убивает Нуги, Раптор убивает Снэппи. И это 8-й раунд для команды СНТ. Вот все-таки волевой бай сделали ребята. И недаром. Так, вот там Занаш и Снэппи просто пробегают по трубе. Ноги и Кригер находятся в маленьком доме. Ломи контролит большой. Ноги делают минус дэш. Убивает он его в мидле. Дэш вот не рассчитывал, что там встретит АВП. Роман поджимает мидл, забирает Ноги. Ну и вот теперь понимает, что... Тут никого нет, и надо принимать базу А. Но вот почему до сих пор никто не перетягивает? Раптор очень неудачно принимает спунта. Занаш сразу же убивает его. Смотрите, это, по-моему, был какой-то... Нет. Кипер забирает Кригера. Ну и теперь... Ситуация у нас, в принципе, равная уже. 3 в 3. И только белорусам надо выбивать. А посмотрим, как у них это получится. Снэппи убивает двоих. И Воми добивает кипера. И это счет 15-8. Ничья у команды Анексис. Ну и практически не остается шансов на выход из этой группы у команды СНТ, так как датчане, я думаю, тут уже победу не отпустят. Ну и тем самым завоюют себе выход в плей-офф. Кригер убивает дыша. Тут у нас засада в пленте. Давайте посмотрим. Да, тут трое игроков сразу находятся на базе А. Воми за контролем Романа. Воми убивает Олская. Остается Раптор с кипером против пятерых игроков команды Анексис. Ну вот... Вот так вот заканчивается наш матч. Счет 16-8. На сегодня это все. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Ну и до следующих игр. Завтра у нас, по идее, осталось несколько игр. Давайте я гляну, что у нас будет завтра. Так, завтра у нас будет...
Сейчас я вам точно скажу, что у нас будет завтра. Группа С. Завтра у нас точно будет один матч в 9 часов по Киеву. Это будет Израиль против Анексис. Ну, а все остальные группы, по идее, доиграли свои игры. Да, у нас завтра будет всего лишь одна игра. А нет, еще будет у нас в 9 часов... Так, сейчас я точно скажу вам. Да, у нас на одно время завтра два матча. Это Alternate Attacks против Nomu и Anexis против Израиль. Но я думаю, мы как-то разберемся и посмотрим эти два матча завтра в разное время. Ну что же, еще раз всем спасибо, кто нас смотрел. И всем пока.